Вов? Здорово. Короче, мы тут это, что? Лог-файлы снимаем, да. Лог-файлы. Пьёте. Лог-файлинг тут. Потихоньку. Знаешь ли, субботний лог-файлинг у нас. Происходит. Короче, да. Давай. На дверь. Вот, хорошая татакская, держи. Поехали, посмотрим, что там, как получится. В общем, задача простая. Ребята, это было только начало. Сейчас мы в деревне. Просто как. Там плотина или что? А молоко свежее, нет? Молочко есть. Свежее молоко? Нет? Тогда не будем брать. Земцев, Витя, Супра и Буренка. Земцев! Она сейчас сосать будет, смотри. Кобыла. Я это не могу показать. Здорово, телочки. Слышь, Стёп, я коров телочками назвал, как будто они телки. Да, они как бы и есть телки. Блин, у меня уже просто. Нас уже просто сумасшедший. Сколько едем? И впереди еще, блядь. Любители сторис, привет всем. Вы знаете, что я всегда стараюсь снимать полезные сторис и давать вам кое-какие советы. Так вот, совет. Никогда, вот если вас навигатор ведет по объездной дороге, и вы этот район... Это просто ужас. Мы вот по такой дороге везем Супру уже минут 30. Можем сейчас еще в обрыв упасть, но там хотя бы охладимся, да, Степ? Да, охладимся, конечно. И еще не факт, что мы... Потому что мы проехали прямо, а там был забор. Как бы дорога говорит, да нет, забор, навигатор точнее. А мы такие, да, блядь, есть, вот же он стоит. Он такой, ну, попробуйте вот так. Ну, короче, не это самое. Не это вот. Это самое. И больше, как говорится, вот, понятно. Привет, забор. Короче, путь наш наконец-то привел нас на Казань-Ринг, на трассу Каньон. Здесь какой-то сегодня лютый фестиваль, куча народу. А что мы здесь сделаем? Да, сейчас. А, мы здесь просто стоим. Мы здесь просто стоим и излучаем сексуальность. О, здорово, отцы. Все, сейчас я разгружусь, пообщаемся. Все. Еще мы сегодня прохватим по Казань-Рингу, да, чтобы лог-файлы тоже снять. Короче, Макс, который нас сюда привез снимать, который весь этот проект придумал и реализовывает, он на самом деле не просто там чувак, который там кайфует со всего экстрима, он еще и дилер BRP, и, соответственно, вот он гоняет на этих мавериках на баге, мы там с ним снимаем видос, и помимо этого он еще и же дилер, и вот он мне дал, значит, на Казань-арене покататься вот на таком трицикле. Райкер называется. Прикольная вещь. Я на нем, значит, приехал впервые в место, где никогда не был. То есть я был на Казань-арене дважды на ней, стоял на подиуме. И никогда не был на главной трибуне, откуда открывается вот этот шикарный вид, ребята. Посмотрите, какая красота. Вот там вот там вся движуха, а вот, собственно, главные повороты. Вот этот поворот, ну, типа, считается, что это копия знаменитого поворота Лагуна Сека. Трассы Лагуна Сека, в общем... Первый этап у нас был РДС, оттуда мы разгонялись. О, прикольный УАЗ. Мама мия, прикольная тачка. Любимая тачка. Офигенный багги. Ого, какой мотоцикл. Вау, какая тачка! Вау, какая тачка! Ого, какой Хайлакс!
понять, что твои друзья не те, за кого себя выдают. Когда двое твоих менеджер и главный инженер живут в одном номере, но вторая кровать почти не тронута, а? Что ты скажешь? Стой! Ты знаешь, что я зайду, да? Не ожидал, не готовы были. Угу. Откуда у тебя ключ? А можно я с вами, пожалуйста, это так грустно. Ой, господи. Короче, на самом деле, блин, я так обгорел, мне так хреново. У меня температура. У меня есть классный крем Нивеев. Да, но вы его работодатель... Может, Нивеев, а увидите, он называется? Дим, какие шорты? Нас не пустят в рестик, ты шо? Да нет, Вася. Ну, шо уместно. Нет. Еще раз. К сожалению, всем моим подписчикам придется, так сказать, выбирать себе сейчас. Ну, поможет нам это кто? Парень твой, может. Отдай мои деньги.